На торжественной церемонии закрытия 10-й спартакиады многие тренеры, специалисты, руководители были награждены. Знаком за заслуги в развитии спорта в Ленинском районе награжден Сергей Кухто, главный футбольный тренер. Без своих друзей, без тренеров, никогда бы я, вот, скажем, не достиг вот такой оценки, как сейчас оценил меня вот наше вот, там, руководство. Имея большой спортивный опыт, Сергей Валерьевич передает свои знания молодым футболистам и очень радуется, что в районе развитию спорта уделяется большое внимание. За столь короткие сроки сделан настоящий прорыв. У нас есть школа, теперь футбольное поле возле 3-й школы, возле 7-й школы, возле 6-й школы. 4 поля на территории города – это уже очень хорошо, очень хорошо. Начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту, приветствуя участников мероприятия, поделился приятной новостью. По оценке правительства Московской области, среди муниципалитетов наш район по пропаганде спорткомплекса ГТО занимает 2-е место. Ленинский район один из немногих, кто вступил в эксперимент. У нас создаются потихонечку условия. Я думаю, что вот этот показатель говорит о том, что мы стремимся быть везде, во всех соревнованиях. Теперь 2-я задача. Во всех соревнованиях побеждать! Спартакиада городских и сельских поселений в Ленинском районе проходит уже 10-й раз. Состязания команд стали доброй традицией и превратились в радостный праздник красоты, молодости и здоровья. На самом деле спорт, он не отнимает много времени, наоборот, когда ты занимаешься спортом, у тебя все плохие мысли уходят в какую-то другую сторону, и ты наслаждаешься этим спортом. Занимаюсь спортом уже 7 лет. Почему футбол? Ну, во-первых, это игра для настоящих мужчин, и во-вторых, она мне нравится, и она очень интересная и захватывающая. Ездим на сборы. Там очень много мы работаем, трехразовые тренировки, там и бегаем, и прыгаем, и подтягиваемся, иногда даже плаваем. Все это совмещается. В зимний период и в летний период постоянно у нас проводятся тренировочные занятия. Зимой в зале тренируемся, ребят, которые постарше, занимаются на поле, на снегу, то есть закаляемся. И спартакиада, это больше она к Олимпийским играм приближается. То есть это наверняка резерв будущих олимпийцев в этой спартакиаде. Я надеюсь, что из нашего Ленинского района когда-нибудь, может быть, мы увидим и в сборной команде России по олимпийским видам спорта. Поэтому я с огромным удовольствием поздравляю всех спортсменов, всех людей, причастных к спорту, с этим огромным праздником. По итогам комплексного командного зачета 3-е место заняла команда сельского поселения «Развилковская», 2-е – сельское поселение «Совхоз имени Ленина», ну а 1-е – городское поселение «Видное». Людмила Медведева, Алексей Ильин, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».